Здравствуйте, дорогие друзья. Начнем сразу же, без долгих предисловий, никто не нуждается в рекомендациях. Значит, Владимир Владимирович, у нас первый вопрос неизменный, к сожалению. Если надо поставить бокал, то можно вот сюда. Первый вопрос... Вы его не будете трогать? Да, нет, клянусь вам. Даже не подсыплю. Первый вопрос всегда один и тот же. Книжки, которые определили ваше детство, и книжки, которые вы читали в период до 15-16. Ну, книжки, которые определили мое детство, «Три мушкетера», «Винни-Пух», «Сказка о быке Фердинанде», который не переведен на русский язык, «Приключения Тома Сойера», «Остров сокровищ», «Маленький принц». До 15 вы сказали? Ну, можно примерно так, до 18. 15. Ну, там еще много тогда. Тинейджерский возраст такой. «Над пропастью во ржей», хотя нет, мне было больше лет, конечно. Что еще? Ну как, 52-й год, вам было вполне себе 18. Да? А какие у вас были, кстати, первые ощущения от «Над пропастью во ржи»? Мне всегда казалось, что эта книга сатирическая, издевательская. А как вы ее воспринимали? Нет, это была книга точно про меня, это была моя жизнь. Я разделял каждую мысль Холдена Колфилда. Я просто считал, что на самом деле это я. И все, что с ним происходит, мне было абсолютно понятно. То есть вы были таким подростком? Да, я так, по крайней мере, считал. Или хотел быть таким подростком. А «Маленький принц» не раздражал вас никогда вот некоторой патетикой, слезливостью, самолюбованием, ну, пошлостью какой-то? Вы знаете, может быть, в русском переводе это так звучит, но во французском оригинале это и в помине нет. Ну, а вот такая фраза, например, «Мы в ответе за тех, кого приручили», вас не раздражает? Ведь, наверное, вам по-русски, часто это говорят. По-русски это звучит назидательно, по-французски нет. А как это звучит? Ну, по-другому. У вас какой родной? Первый? Первый. Французский. Английский с какого возраста примерно? Английский? Да. Примерно с 3 месяцев. Знание... Но все-таки первые слова по-французски были. Нет, но свободное знание 3 языков, каким образом это помогает или вредит? Ведь это должно расшатывать психику. 3 языка с совершенно разным менталитетом. Вам виднее, расшатан у меня или нет, но хочу вам сказать, что я думаю, это дает гигантские преимущества. Гигантские, потому что, ну, если говорить о литературе, то ни один перевод, даже самый гениальный, все-таки он не отражает оригинала. Это, знаете, миссия невыполнимая. То есть примерно как 3 гражданства, в общем, это скорее удобно. Нет, 3 гражданства удобно, а 3 языка – это дар, это подарок, это совсем другое. Я не могу вас не спросить, поскольку вы следите за ситуацией отчасти изнутри. Вот who is Mr. Trump? Потому что... Последнее выступление в Конгрессе, точнее, первое выступление, многих заставило пересмотреть отношение к нему, уже не было никакой клоунады, было скорее что-то примирительное в его риторике. Что такое Трамп и чего ждать? Вы знаете, я меньше всего люблю предсказывать. У нас очень много любителей этого жанра, я к ним не отношусь. Я думаю, что наша первоначальная влюбленность в Трампа была... серьезной ошибкой. Я понимаю, что хотелось какого-то улучшения, наверное, хочется, и уж больно жестко выступала Хиллари Клинтон и казалось, что вот, наконец, может быть, что-то получится. Но это люди, которые совершенно не понимают, как работает американская политическая система и кто такой Трамп, вообще, кто он такой. Поэтому разочарование, то, что мы потом разочаровываемся, это мы сами виноваты. Не надо было поначалу так увлекаться. А вот человек, он крайне неприятный, малограмотный, очень, кстати, самовлюбленный, одни волосы чего стоят. Вот. Мертвая белка на голове. Именно вот. Так. Да. Хочется все время подстрелить. Вот. И я бы не строил никаких иллюзий относительно того, какие будут отношения. И единственное, что я могу сказать, говоря о будущем, скажем так, я не удивлюсь, если он не доживет до конца своего срока. Не физически не доживет, а не усидит в президентском кресле. Каким-то импичным образом. Я думаю, что импичмент вполне для него возможен. Или, вы знаете, в Америке бывают всякие вещи.
А чем бы вы объяснили все-таки, что при тотальных опросах за Хиллари, понятно, люди стыдились, но само появление феномена Трампа вам о чем говорит? Ну, вот говорит о том, что, ну, не будем забывать о том, что все-таки по количеству голосов он проиграл Хиллари Клинтон почти 3 миллиона голосов. То есть в любой стране, где действует просто закон демократического выбора, большинство выигрывает, она президент, а не он. Это надо иметь в виду. Но, конечно, этот феномен или феномен, наверное, можно объяснить тем, что очень многим в Америке надоело. Надоело то, что все время говорят, и ничего не происходит. Бесконечные ссоры в Конгрессе между демократами и республиканцами, не могут никак ни о чем договориться, все стоит на месте. И вот эти замечательные американские основы, в которые до сих пор все-таки очень многие верят, как-то так в туне лежат, ими не пользуются, и возникает ощущение неуютности и непонятности, и что будет завтра, и ощущение, что завтра будет точно хуже, чем сегодня, а так никогда не было. Мы в Америке всегда считали, что завтра будет лучше. И кто же нам... Из зала просят поднять микрофон, простите, что я прерываю, но так лучше, да? Света, помогите, как это делается. Я могу и сам, конечно, так красивее, конечно. Но лучше вы. Да, хорошо. Так вот. Совсем хорошо, да. Да, и вот, собственно говоря, вот человек появился, который вроде выражает все эти мысли. Выражает их очень просто, понятно для фермера из Огайо или из Канзаса. И говорит то, что многие боятся говорить, потому что это не политкорректно, что надо избавиться от этих мексиканцев, особенно... так сказать, приехавших без документов, надо что-то делать с этими мусульманами. И в Америке это находит отклики, кстати, не только в Америке. Вот. Так что, я думаю, вот причины, они довольно очевидные. Но это зигзаг, это кратковременное явление или это перелом? То есть та консервативная революция, о которой так много пишут русские правые? Ну, я бы не назвал это революцией. Но это надолго. Ну, в исторической перспективе, не знаю, это, по крайней мере, я думаю, на сейчас, на какое-то время, может быть. Но я не думаю, что это какой-то принципиальный перелом, не думаю, нет. Вот к вопросу о Франции. Сейчас Марин Ле Пен лишилась неприкосновенности. Фийон потерял жену, фактически, то есть она с ним, но не с ним. В чем проблема и означает ли это, что правые лишились шанса на реванш? На реванш? Ну, конечно. Вы имеете в виду по отношению к нынешнему? Да, да, конечно. Ну, посмотрите, что получилось. Вообще-то феноменальная вещь. Франсуа Фийон, такой уж прямо благородный человек, честняга, интеллигентный француз, а это важная вещь, шел впереди всех. Будущий президент, представительный, его можно уважать. И оказывается, что это мелкий жулик, что он свою жену и детей поставил на какую-то работу, которой нет и которую они не делали, и за которую получали гроши. Ну хорошо, 300 тысяч евро. В масштабах государства – ничто. И вот таким образом, просто можно сказать, себя лишил будущего. Вот как это понять? Что происходит с людьми? Вот мы говорим о коррупции. Ну вот, пожалуйста. Поразительная вещь вообще. Ле Пен, конечно, тут я опасаюсь опять предсказывать. За него в первом туре будет голосовать, судя по всему, процентов 26. И она даже может выиграть первый тур. Второй она проиграет, потому что первый тур надо выиграть, чтобы стать президентом, 50%, ну 51%. Десятое. Этого не будет. Этого не будет точно совершенно. Это Франция, это все-таки страна с особыми традициями. А во втором туре ее не выберут. Сказать, что, скорее всего, правые не придут, я не могу. Но удар, конечно, сильный. Вот еще, смотрите, парадокс. Фийон ничего особенного не сделал. Жена поставлена на фальшивую должность. По российским меркам это вегетарианство. И вот сегодня... Сегодня Навальный
опубликовал расследование о том, что у Дмитрия Медведева одних кроссовок сколько, а сколько еще владелец тех же кроссовок через подставных лиц урвал недвижимости, я наблюдаю поразительное явление. Мы-то к нему относились так пренебрежительно, а он оказывается крутой и настоящий. То есть это стало поводом воспринимать его серьезнее. Почему это расследование сработало в обратную сторону? Если он так делает, значит, он имеет право. Если он имеет право, значит, он власть. Вот так. Вы же видите комментарий? Ну, у меня, прежде всего, такой комментарий. В отличие, возможно, от многих, расследование господина Навального для меня не является истинной в последней инстанции. Ну, просто интересно очень. Любопытно, конечно. Это, конечно, человек, который борется за политическое место, который стремится стать президентом России, и он применяет те методы, которые можно принимать, в том числе и фейк. Я имел относительное удовольствие вести с ним дебаты на «Дожде», и просто я это увидел своими глазами. Ну, обвинить Медведева, ну что, почему бы нет, собственно говоря. Ничего удивительного в этом нет, но я бы не спешил с выводами. Несмотря на политические симпатии или антипатии, я бы все-таки сначала подумал хорошенько, почему это делается, какая цель, правда ли это. Хотя в России, конечно, очень любят сразу же признать и принять все то, что отрицательно в отношении власти. Это прям такая сладостная такая штука. Но... Во-первых, это не признано, потому что Наталья Тимакова сразу сказала, что это предвыборный жест. А мне, например, без разницы, предвыборный он или нет. Мне важно, правда или нет, вот грешным делом. Нет. Вот это очень правильно. И вот пока вы не узнаете, правда ли это, я бы воздержался от выводов. Но там столько доказательств. Ну, правда. Не знаю. Слушайте, я с вами на эту тему вести дебаты не стану. Я тоже не буду. Вполне может быть. Я совершенно не склонен это отрицать. Но все, что исходит от человека, у которого есть большие политические амбиции, у меня всегда вызывает сомнения. Неважно он, слева или справа. Вот если это человек, который вообще не имеет амбиций, кроме обнаружения правды, это другое дело. Подождите, даже то, что высказывает Путин, у вас вызывает сомнения, у него явно есть политические амбиции. У кого? У Путина. А что, я ему доверяю, вы считаете? Думаю, все-таки да. Ошибаетесь, знаете, да. Я доверяю, потому что мне кажется, что он зря не сказал. Вы знаете, я вообще не доверяю власти. И неважно, Путин это называется или еще как-то. А вот смотрите вопрос. Мне приятно, что Навальный тоже попал в категорию политиков, и власти тоже отчасти потенциально. Ну вот помните, была такая бурная дискуссия между Лоским и Бердяевым, еще это, правда, до вашего, по-моему, рождения. Лоский утверждает, что есть харизма власти. И человек у власти в России может многое себе позволить, иначе он не власть. Вы чувствуете эту харизму власти? Я хотел вам сказать, когда услышал начало вашего вопроса, что я, конечно, не молодой человек, но все-таки не помню этого. Не застали, да. А что касается... Конечно, есть. Власть не обязательно, необыкновенно притягательна. Как мне кажется, люди стремятся к власти по... двум причинам, главным образом. Одна – это просто сама власть. Это ощущение вот этой силы, которая у тебя есть и которой нет у других. Я думаю, она необыкновенно сладостна и притягательна. А вторая причина – это когда некоторое мессианство, ощущение того, что ты знаешь, как все должны жить. И ты это сделаешь. И, кстати, когда у нас были с Навальным некоторые споры, я ему сказал, вот вы второй. Вы-то считаете, что вы знаете, как все должны жить. Но я не хочу жить так, вы хотите. На что он мне сказал, почему, вам понравится. А я думал, он скажет, я тоже. Это был бы остроумно. Нет, он сказал по-другому. Вам понравится, да? Да. А мне из зала пришел вопрос, не тяжело ли вам стоять. Если тяжело, то давайте сядем. Но если нет, то можем продолжить стоять. Как вам угодно. Стой, пока стой, потом присядем. Это мы успеем всегда. Хорошо. Я однажды спросил француза одного, нет ли у них сегодня... благодарности к вишистам, потому что все-таки огромных жертв удалось избежать.
И этот француз сказал: наконец вы высказали то, что я всю жизнь боялся сказать вслух. А вот когда я французскому послу в России задал этот вопрос, он сказал: что вы, нация утратила честь, вообще это тягчайшее оскорбление было нанесено. У вас нет иногда к Петену, ну, доли сочувствия? Есть. Доли сочувствия есть. И все-таки его не повесили, в отличие от Лаваля. Он, по-моему, своей смертью, да? Или... Да, очень глубоким стариком. Его все-таки не тронули, он был французским героем, героем Первой мировой войны. И он был осужден, конечно, за то, что он сделал, но его и не посадили, как-то вот к ним, с ним, ну, как-то по-человечески обошлись. Ну, а Пьер Лаваль, конечно, который, кстати говоря, очень охотно помогал немцам в преследовании евреев и так далее, его повесили. И вы считаете правильно? Да. Я тоже так думаю. Ну, хорошо. А вот вопрос еще более сейчас обсуждаемый. Вот мы обсуждаем Советский Союз поздний. Я его хорошо помню, вы лучше, конечно. У меня есть ощущение, что было лучше, чем сейчас. Во-первых, была перспектива, во-вторых, было лучше в целом качество населения. И церковь знала свое место, и интернациональные вопросы все-таки были более или менее решены. Нет ли у вас ощущения, что сейчас мы провалились гораздо глубже 85-го года? Ну, провалились в чем? В архаику провалились. Мы живем по более древним законам. Вот мы сейчас уже, Павловский сказал, мы сейчас уже отрицаем и Петра. Как мы пытаемся жить, как будто не было Петра. И у меня есть ощущение, что из 85-го года были хорошие выходы, а из нынешней ситуации их нет никаких. Ну, это вот, можно, это, так сказать, такая это ощущение, точка зрения. Но я могу вам сказать, что я приехал в Советский Союз в декабре 1952 года, мне шел 19-й год, я был восторженным поклонником Советского Союза благодаря воспитанию моего отца, и я долго был таким поклонником, а потом я был пропагандистом и очень активным пропагандистом. Вот. И я очень хорошо помню этот Советский Союз, вспоминаю его с содроганием, постоянный страх, не то скажешь, постоянное стояние в очередях, что дают, невозможность никуда выехать, невозможность читать, что ты хочешь читать, закрытые распределители, спецхран, просто рабство, если уж так говорить. И я считаю, что сегодняшний день несравненно лучше. И то, что мы можем с вами разговаривать на этой сцене, кстати говоря, так, как мы говорим, я посмотрел в 75-м году, сколько мы бы тут стояли. Так что, нет, я не считаю так. Понимаете, ну нельзя же считать главным достоинством страны то, что из нее можно уехать. Это хорошо. Это очень немаловажно. Это очень немаловажно. Понимаете, вот прошел опрос Левада-центра. Да. На первом месте среди ценностей победа в войне, на втором – Крым. Космос уехал куда-то на пятое. Да. Вот вопрос, это тоже следует считать завоеванием? Но ведь такое... Что именно, победа в войне? Нет, такой рейтинг. То, что Крым впереди космоса. И то, что победа в войне – главное. Неужели вот непонятно, почему это происходит? Мне непонятно. Ну, давайте я вам как-нибудь напишу подробно, а то здесь... Да нет, ну расскажите некогда. Просто, потому ну, что... Ну, вы подумайте. Значит, вот страна, которая традиционно себя считает великой, и народ, которому внушили, что это великий народ, богоносец, с особой судьбой, с особым путем. И действительно, Советский Союз, как ни говори, великая держава. Ну, не любили, так не страшно. Когда мы чихали, все простужались. Чувство, вот. Наконец, избавились, освободились. И ждали, что обнимут. Скажут: молодцы, вы теперь как мы. Ну и обняли. Нет, извините меня, вот тут уж нет. Совсем не обняли. Был выбор, типа после Второй мировой войны, план Маршалла, помочь, чтобы коммунизм не вернулся.
как там, чтобы нацизм, фашизм и коммунисты не утвердились, помочь развить, не отдавать так вот деньги, а наоборот очень точно направлять. Или сделать так, чтобы точно Россия больше не возникала как угроза. Потому что Америка от этого просто сошла с ума, что есть страна, которая может ее уничтожить. Сама тоже погибнет, но все-таки такая есть. Было принято второе решение. Точно сделать так, чтобы Россия не возникала вновь. И это стало постепенно только понятно. Ну, самый первый яркий пример была Югославия, конечно. Самый такой ясный. Были многие другие. И вот этот вот народ, который в основном мало кто знает, и мало в нем бывает, и так далее, мало ездит, ну, с так называемыми простыми людьми, я не очень люблю это выражение, сам того, может быть, и не понимая, стал ощущать себя, ну как, страшно дискомфортно, ущемленным. Нет больше страны, нет больше ничего. А вот Крым, вот мы всем доказали. Правильный, неправильный вопрос другой. Но чувство гордости, оно временное, разумеется. Понятно, что оно возникло именно на этом фоне. Это странно, что этого не понимают. Я не оправдываю Крым ни одной секунды, но понять, почему это вызвало такой отклик, по-моему, совершенно очевидно. Это почти как то же самое, как если бы сборная СССР по футболу выиграла Кубок мира. Отобрав его у Украины. Спасибо. Давайте... Ну, если бы у Украины, это вообще было бы... Вообще счастье. Давайте все-таки сядем, потому что мне продолжают приходить требования. А вот на СМС они мне приходят, и на него же приходят разные удивительные вопросы. Настолько удивительные, что я их даже не буду зачитывать. Вот, я не могу не спросить вас опять же о событии, столетие которого будет дебатироваться, ну, при любых обстоятельствах. Во-первых, ваше отношение к февралю, и во-вторых, к октябрю. Или вы, как Солженицын, считаете, что это одно? Ну, в некотором смысле, конечно, это одно. Это некоторый процесс. Это очень трагическая вещь, на мой взгляд. Потому что февраль мог состояться, хотя, конечно, говорить об истории таким образом невозможно. Но не состоялось, значит, не могло. Но так, если все-таки поиграть таким образом, то если бы не ошибки, очень серьезные ошибки тех людей, которые пришли к власти, то вполне возможно, что это все состоялось бы, что не было бы октября, и что Россия была бы просто совершенно другой. А то, что произошло, как я отношусь к Октябрьской революции, понимаете, вот мой папа жил в Питере, родился там, и революция произошла, когда ему было совсем мало лет. Это была еврейская семья, но там, в общем, не религиозная. Они держали фотомагазин на Невском проспекте, дом 66. Там снимались великие князья, среди прочих. Они дружили с Чуковскими. Если вы читали в детстве или читали своим детям «Жил да был крокодил», то вы вспомните, у крокодила трое детей. Кокоша, Алёша и Татоша. Кокоша – это сын Корнея Ивановича, а Алёша и Татоша – это сестры моего отца. То есть это были люди, которые были вполне вот этих, ну как сказать, русской интеллигенции, что ли. И которые приветствовали революцию, они хотели ее, но эмигрировали уже в 22-м году, потому что поняли, что то, что произошло, это совсем не то, что было обещано, что все эти лозунги не соответствовали тому, что произошло. И вот эта вот первая огромная волна, уехавшая, она уже уехала с твердым мнением, что очень скоро вернется. Многие даже не распаковывали чемоданов, считали, что ну еще чуть-чуть, и потом все это кончится. Ну а произошла самая страшная вещь, которая может произойти, потому что к власти пришли, уж извините за выражение, рабы, люди, которые были в рабстве. А что такое раб? Это, конечно, самый безответственный человек, он
него нет никакой ответственности. За него всегда отвечал другой. А уж когда он приходит к власти, чего от него ждать? Мы дождались крови неслыханной, уничтожения элиты и превращения страны, уж если так чуть-чуть, ну, резко сказать, в лагерь, в один большой лагерь, где очень много было верующих, конечно, но которые строили тоже, как лагерники, сколько было построено за счет них. Так что я считаю, что это тяжелейшая трагедия России, эта революция, тяжелейшая, и что мы до сих пор испытываем ее последствия. И в частности, удалось создать нового человека, советского, который действительно отличался и до сих пор отличается от всех прочих. И как мне представляется, одна из наших главных проблем – это то, что страна управляется по-прежнему советскими людьми. Они не плохие и не хорошие, они просто такие. Они продукт другого общества, другой системы. А попали в новую, а мозги-то у них те. И поэтому управлять этой новой системой им не очень удается. И ничего нельзя сделать, потому что требуются другие люди. Не лучшие, не хуже, а другие. И эти другие должны вырасти. Не с Марса они не придут. Вот когда, зря вы мне задали этот вопрос, потому что мне надо остановить. Когда некоторое время тому назад я выступал перед большой молодежной аудиторией, ну там было там, ну, 12-16. Я по ходу, это было по поводу наркотиков. И я сказал по ходу пьесы, что вот я тогда был невыездным, там, ну, там, и так далее. Когда закончил, я говорю, вопросы есть, и какой-то пацан лет 15 тянет руку и говорит, у меня есть вопрос, пожалуйста, а что такое невыездной? Вот это я имею в виду. Он даже не понимает, как это может быть. Как может быть, что ты не можешь ехать? Но это не делает его более свободным человеком. Я считаю, делает. Конечно, может быть свободным и в концлагере, и об этом можно говорить. Но все-таки внутреннее состояние человека, как он себя ощущает, когда в Англии тебе говорят «I know my rights», «я знаю свои права», и ничего ты с этим не поделаешь. Ну вот завтра вырежут у любого страницу из паспорта, и все знание ваших прав. Это здесь? Здесь. Вы так знаете, делают. Мне кажется, если вы дадите, то вырежут. Я не дам. Но пограничнику вы его даете, когда переходите границу? Разумеется, но уже там он-то не вырежет, это вырежут оттуда. Понимаете, это вот покорность, это готовность, да, ну что делать, ну вот это так, это все. А что делать? А вот что делать? Берут, забирают паспорт. Помните, у Собчак во время обыска его забрали. Да. Не самый беззащитный человек в России, между прочим. Ну, отдали, мне кажется. Через 9 месяцев. Ну, хорошо, отдали. Я же не говорю, что... Понимаете, вы все время, видимо, хотите, чтобы... Нет. Вы не хотите. Ну, хорошо. Я просто спрашиваю, что делать? Всегда сопротивляться. Причем сегодня сопротивляться, ну... Безопаснее, да. Вообще сравнивать нечего. Вот я помню, когда я учился на биофаке, на втором курсе, 56-й год, Венгрия, подавление вот этой вот венгерского, называйте как хотите, мятежа, революции и так далее, кровавое. Значит, выгнали 300 человек. Группу Краснопевцева на ИСФАКе посадили на 10 лет за их газету. На биофаке тоже кое-кого исключили и так далее. Это было совсем другое дело. Вот там сопротивляться, это было, это герои сопротивлялись. Те, которые вышли на Красную площадь в 68 году, ну, нельзя требовать от людей, чтобы они так поступали. Но сегодня-то вегетарианство сплошное. Ну, что может быть? Ну, потеряешь работу. Ну, да, бывают такие вещи. Ну, или-или вообще.
А вот это вот ощущение, что, ну, это неизбежно, ничего не поделаешь, это Россия и так далее, ну, нравится это блюдо, кушайте. Я не могу на этом фоне, опять-таки, не спросить, но думаю, что спрашивать бесполезно. Ленин ни на секунду у вас не вызывает симпатии? Вот человек, который боролся. Ленин, мне, вы знаете, когда-то вызывал. Но чем больше я о нем узнаю, тем меньше вызывает. Фанат не значит глупец. Человек, который говорил, что если надо будет убить 100 миллионов крестьян, значит, надо убить. 100 миллионов. Понимаете? Ну, как можно пожалеть? Это такой Робеспьер, так сказать, который тоже был, ну и кончил на эшафоте, конечно. Вызывает, ну, как вам сказать, он верил в то, что он придумал, а к концу жизни он понял, что ошибался. Наверное, было очень ему тяжело. Но из-за того, что он придумал, всем другим было так страшно, что я пожалеть его никак не могу. Сегодня день рождения Горбачёва, уж коль скоро мы кружим вокруг исторических дат. Ну, поздравим его, во-первых, конечно, а во-вторых, с каким чувством, да, спасибо. Если бы не он, то мы бы и вот этого жалкого куска свободы не имели. Но все-таки, с каким чувством вы о нем думаете? Потому что чем больше я о нем тоже узнаю, тем больше понимаю, что вот за все происходящее и ему спасибо. Он очень мало представлял, что он хочет делать. Вот, хотя, знаете, я люблю его очень. Меня всегда забавляют люди, которые знают, что думал другой. Я не знаю, я боюсь, ну как, представить. Вы уже говорите, что он не знал, что он делает. А знал? Нет, подождите минуточку. Вы с ним разговаривали. Да. Вы делились, он вам говорил, вы знаете, я не... Вот это... Нет, он наоборот уверен, что знал. Он до сих пор, по-моему, не понял. Ну вот видите, я не берусь. Я могу сказать, что я ему бесконечно благодарен. Бесконечно. Я считаю, что когда-нибудь в России поймут, что сделал Горбачев. И что он будет, так сказать, среди героев истории этой страны. Конечно, он сделал ошибки, а кто их не делал? Он сделал ошибки, и его главная ошибка, на мой взгляд, как это не покажется странным, он не должен был уехать на Форос до того, как был подписан договор союзный. И вот на этот вопрос он не желает отвечать. Я трижды его спрашивал в эфире, почему вы это сделали? Вы же не могли не знать, что что-то готовится. На что он каждый раз отвечает: Владимир Владимирович, это была ошибка. И все. Но для меня, я его люблю, я ему благодарен. И хотя, конечно, он допускал ошибки, а кто в этой ситуации не допускал бы? То, что все-таки была смена, такая смена власти, в общем, бескровная, без гражданской войны, ну, это совершенно поразительно. Вечный тоже вопрос. Как вы полагаете, он действительно им сказал, действуйте под свою ответственность, если получится, я с вами, если нет, то пеняйте на себя? Мне очень не хотелось бы так думать, но такие подозрения у меня есть. И вечная сейчас дискуссия, то, что мы имеем сейчас, это продолжение ельцинского времени или полное его отрицание? Это продолжение... Ельцинского времени, да. Есть ли принципиальные перемены по сравнению с 90-ми? Многие ведь говорят, что все то же самое. Либералы в экономике, у власти, люди назначаются по принципу близости к телу. Ну, в общем, нет принципиальной разницы. Я думаю, что есть. Для тех, кто работает в средствах массовой информации, это совершенно очевидно. Нет, это не продолжение ельцинского времени, но это есть результат ельцинского времени, результат. А в чем была главная ошибка ельцинского времени? Я знаю, что тогда вы были среди довольно заметных критиков Ельцина, при том, что во многом его поддерживали. Пить надо меньше, если так уж говорить. Ведь на самом деле
у него были поразительные возможности. Он не справился с властью. Он просто не справился. Он перестал управлять властью. Там другие люди пришли. Ну, такие люди, как Березовский, которого я очень хорошо знал. Ну, и не только они. Он потерял бразды правления. И он это, конечно, понимал. И когда он ушел в отставку, вы же помните, как он просил прощения. Вы думаете, это так просто? Что просто так это было к словцу? Да, конечно, нет. Он, конечно, понимал, что он прошляпил. Так что то, что пришло после него, это результат того, что делал он, или того, что он не сделал. Последний острый вопрос, тоже люди любят человеченку, живинку, особенно сейчас. Покушать. Политикой, да, никого не удивишь. Но есть ли по-вашему, вот то решение чеченского вопроса, которое мы имеем, это отсроченная катастрофа или все-таки это мирный сценарий? Ну, насчет катастрофы я не знаю, но мне кажется, что то, что как сегодня Россия существует, это все-таки остатки империи. И что есть части России, которые настолько от нее основы отличаются по культуре, по религии, по языку, части, которые были завоеваны, которые не сами пришли, что наступит какой-то день, не знаю когда, когда они отпадут. Не обязательно катастрофа, не обязательно с кровью, но мне трудно себе представить, как это может остаться. Не завтра, не послезавтра, может быть, через 10 лет, через 20. Но, на мой взгляд, это, скорее всего, неизбежно. Сегодня решение чеченского вопроса – это решение, ну, как бы сказать, закупоривания возможности военного конфликта. Но это, на мой взгляд, не есть решение вопроса. Может быть, я ошибаюсь, потому что вообще опять, я еще раз говорю, я не люблю предсказывать. И я, так сказать, когда-то я предсказывал. И просто, чтобы этот вопрос больше не возникал, когда я был молодым человеком, у меня был такой волшебный хрустальный шар. И я туда заглядывал, и я точно знал, что будет через 5 лет, через 10 лет и так далее. Но я потом часто переезжал, несколько раз женился, и шар то ли украли, то ли он потерялся, и поэтому больше я не предсказываю. Не могу, нет. Но кто-то его найдет и узнает, как все будет. Да? А вот тоже, я понимаю, ну, это вопрос, как раз, мне кажется, не острый. Есть ли шанс, что полный тезка действительно придет к вам в студию ближе к выборам? Потому что вы говорили, что вам бы хотелось с Путиным сделать интервью, да, но шанса не было. Есть ли такой шанс, и действительно ли вам есть о чем спросить, или все понятно? Ох, у меня есть что спросить, это точно. А вот что касается шанса. Видите ли, люди такого уровня дают интервью только потому, что они считают, что это им нужно. Значит, если он сочтет, что его приход в программу Познер имеет для него смысл, есть шанс. И это единственное могу сказать. Сочтет ли он, не сочтет, понятия не имею. Мне, как журналисту, очень бы хотелось взять у него интервью. И да, есть у меня к нему вопросы. И нет, я вам не скажу, какие. Нет, я об этом не спрошу, какой журналист поделится таким ноу-хау. Мне важен вот сам факт их наличия. И естественно, вот вам 82 года, вы этого совершенно не скрываете. Почти 83. Почти 83, да. Тем более, насколько я знаю, 1 апреля, да. Нет, а это вот, это вот меня совершенно поражает. Как будто это достижение, понимаете? Достижение, Владимир. Это сказать, а у меня голубые глаза. Нет, ну, сохранить их голубыми в течение стольких лет, это серьезно, на таком голубом глазу. Но вот вопрос, который тоже неизбежен. Вот в этом возрасте, при этом статусе, при том, что вы легенда профессии, зачем вам продолжать работу? Что вы еще не сделали? Я эту работу очень люблю. Понимаете? Я люблю. Мне хочется
Вот и весь ответ. И даже пребывание в том контексте, в котором вы оказываетесь на современном телевидении. Вы знаете, мой контекст меня вполне сейчас устраивает. У меня есть определенные реноме, у меня есть определенная репутация, лучше сказать по-русски. Эта репутация меня устраивает. Я знаю, что вообще-то меня очень не любят справа, меня многие не любят слева, потому что я категорически... Да и в центре не все довольны. Но я считаю, что то, что я не, как вам сказать, не желаю принимать чью-то сторону. Я журналист, мое дело, во всяком случае, публично быть максимально взвешенным, объективным, правдивым и, по возможности, полным в смысле изложения информации. Мне, знаете, вот когда-то, когда мы приехали в Советский Союз, мой отец встретился со своим старым другом, который они холостяцкую квартиру снимали в Париже, когда они были молодыми людьми. Звали его Иосиф Давыдович Гордон, и он вернулся в Советский Союз в 36-м году. Ну, хороший год, чтобы вернуться. В 37-м он был арестован, получил 25 лет лагерей, как английский шпион. И, конечно, папа даже ничего об этом не знал. И вот, когда мы приехали, он был реабилитирован, и папа его случайно встретил. Ну, в общем, что передавать там, чувства и так далее. И мои родители вновь уезжали работать в Германию, а у Йосифа Давыдовича с женой не было квартиры. И папа сказал, да поживи у нас, вот проследите за этим архаровцем, и все. И вот этот Йосиф Давыдович, который обращался ко мне всегда, Генрих, стал моим вторым отцом. Кстати, я его спрашивал, почему Генрих? Ну, он говорит, понимаете, когда я жил во Франции, мне попался учебник русского языка для французов. И там такое было предложение, обмен. Один говорит другому, здравствуйте, как вы поживаете? А этот отвечает, благодарю вас, Генрих, я здоров. И он говорит, я всегда мечтал, чтобы какой-нибудь Генрих меня спросил, как я поживаю. Но поскольку не состоялось, с Генрихом будете вы. Ну, я говорю, хорошо. Это был замечательный человек. Просто, ну, редкие такие люди, несмотря на 17 лет лагерей и так далее, остался абсолютно позитивным, замечательным. Вот как-то он мне сказал, Генрих, дай вам Бог, чтобы не было никогда такого, что вы утром встали, пошли в ванную комнату, чтобы побриться, и, увидев свое лицо в зеркало, чтобы вам захотелось плюнуть. Вот, вот это вот пожелание всегда со мной, и поэтому я вам отвечаю, что да, я себя чувствую уютно в своей шкуре, понимаете? Может, это от того, что вы уже сказали однажды, что вы не чувствуете себя местным уроженцем, что вы все-таки иностранец? Или это ощущение исчезло? Вот видите, я этого не сказал. Вот так вот рождаются всякие легенды. Я не сказал, что я чувствую себя иностранцем. Я сказал, что я не чувствую себя русским. Это разные вещи, понимаете? Ну, что делать? Я очень хотел быть. Я очень хотел. Но постепенно я просто стал понимать, что вот не получается. Язык я вроде неплохо выучил и так далее, но вот нет. А кем я себя чувствую? Ну, помесь. Я себя чувствую американским французом или парижским нью-йоркцем. Ну, вот так сложилась моя жизнь. Но это никак не влияет на то, хочется тебе плюнуть себе в рожу или нет. Это совсем из другой области. А вот еврейское самоощущение, особенно после сериала об Израиле, который вызвал там, вы знаете, очень неоднозначную реакцию. Неоднозначную, да. Но какое-то ощущение богоизбранности, особости, принадлежности к особому отряду человечества у вас есть в связи с еврейством или вы совершенный космополит? Абсолютно нет у меня этого ощущения. Я счастлив, что я европеец. Вот это я счастлив. А насчет богоизбранности... Меня спрашивать атеисты на эту тему, это странно даже. Почему? У многих атеистов есть это чувство. Да ну. Да, как раз чем они более атеисты, тем более они богоизбранцы, сказал бы. Ну вот видите,
Вот вы ошибаетесь, вот вам один, который совсем так не считает. Слава Богу, если так. А в чем основа вот этого странного отношения к картине в Израиле? Почему был скандал? А потому что в начале, в первой серии, я сказал, что город Иерусалим грязноват. Как? Как? Святыня! Да как он смеет? И я вам должен сказать, что вообще у израильтян, ну и не только. Значит, можно о Париже сказать, грязноватый город, ни один француз не шелохнется. Да вообще, ну... Трамп уже сказал, что Париж не Париж больше. Да, и французы дочь долго Дмитрия смея... Пескова сказал, его я поддержал. Не приеду, и французы сказали, привет, до свидания. Понимаете? А здесь возникает, как только что-то ты скажешь, что чуть-чуть не то, а, так ты антисемит. Все, понятно. Вот это вот и было. Я к этому совершенно отношусь, ну, более чем спокойно. Я им были встречи потом, говорю, да вы что? Ну, вы же видите, что грязный. Более того, арабская часть чище. Ну, это совсем оскорбительно вообще. Потому что народ не богоизбранный. Есть еще вопрос очень важный. Вот Ургант, абсолютный кумир миллионов. Вы с ним ездили и снимали несколько программ. Чем вы можете объяснить всенародную любовь к нему, рейтинг его программы и попадание его в самые популярные лица нашего телевидения? У меня свое объяснение, но у вас, наверное, есть свое. Я просто думаю, что он добрый, но это отдельная тема. Иван Андреевич Ургант очень добрый человек, очень сердечный, очень открытый, очень читающий, знающий, слушающий, интересующийся, живой, настоящий друг, преданный, смешной, остроумный, испытывающий чувство сострадания. Я могу только о нем хорошее сказать. И как это ни странно, вот это вот выражение там «пройти огонь, воду и медные трубы», и вот как раз он и проходит через эти медные трубы, то есть фанфары и так далее, и пока проходит очень достойно. Так что, по-моему, совершенно понятно, почему его любят. Есть еще из зала неизбежный вопрос об Эрнсте. Мы все знаем, что Константин Эрнст – человек умный, талантливый и наделенный чувством прекрасного. Чем объяснить то, что он так долго занимается вещами, не требующими ни ума, ни таланта, ни тем более чувства прекрасного? Ну, вы заблуждаетесь. Для того, чтобы управлять такой махиной, как Первый канал, требуется и ум, и талант, и умение, без всякого сомнения. Это так, опар, как говорится. А есть вторая сторона. Константин Львович – человек, который тоже ценит власть. И у него большая власть. Он высокопоставленный государственный чиновник, который встречается, между прочим, и с президентом. И в нем есть два человека. Есть абсолютно творческий, талантливый, яркий, ни на кого не похожий человек, а есть высокопоставленный государственный чиновник, который очень ценит свое положение. И в этом, опять-таки, нет ничего такого невероятного. В нем эти две части сидят, порой борются, порой сталкиваются, но ему важно и то, и другое. Человек же сложнее, чем только что-то одно. Это сложное явление, очень яркое. Вот все, что я могу сказать. В чем, по-вашему, критерий, причина устойчивости одних людей к пропаганде и неустойчивости других? Вот что определяет, способны вы противостоять оболваниванию или нет? Вот Макаревич сказал, что если вас в детстве травили, вы не будете участвовать в чужой травле. Устинов говорит наоборот, чем больше вас травили, тем больше желания откомпенсировать и кого-то еще потравить. Кто-то говорит интеллект, кто-то говорит опыт, кто-то говорит брезгливость, неважно. Но вот что вас, например, делает устойчивым и почему устойчиво еще 14%? Ну, может, больше. Я не знаю. Я думаю, что опыт. Я же все-таки работал в пропаганде. Я знаю, что это такое изнутри. У меня есть
просто личный опыт. И я думаю, что, может быть, это играет главную роль. Хотя, конечно, и ум, и желание мыслить независимо. Но хочу сказать одну маленькую историю, чтобы показать, что мы все так или иначе в той или иной степени неустойчивы. Несколько лет тому назад мы с друзьями поехали в Ирак. Нам было интересно, что там происходит. Вот. Нет, что я говорю? В Иран. Простите, в Иран. Вот. И я точно знал, вот когда мы выйдем из самолета в Тегеране, мы увидим таких страшных женщин в черном, знаете, закрытые все это, и они будут на нас смотреть из-под лобья так, и они будут все некрасивые, и такие вот так далее. Я точно это знал. И увидели красавец. Платочки вот здесь где-то на затылке, макияж, глаза вот такие, улыбающиеся, приветливые. Откуда вы? Как вам нравится наша страна? И так далее. Я потом себя спросил, почему я ожидал вот этого? И понял. Так это то, что мне показывают по телевизору. Я, который знаю это все наизусть, как это делается, я попал. Так что вот когда вы думаете, что ну, у меня-то нет, уж я-то, поверьте мне, всех так или иначе на этом ловят, всех, в том числе и меня, хотя вот это точный пример. Хотя я считаю, что, наверное, я более устойчив, чем многие другие, но все равно меня можно поймать. Чтобы проститься с политикой хотя бы временно, есть ли у вас ощущение, это не предсказание, это на уровне чувства, большой войны? Вы помните 41-й, хотя и плохо, вы помните 63-й Карибский кризис. Ведь он уже знает, что я плохо помню. Ну, это вот типично. Ну, в 7 лет нельзя хорошо. А может, у меня очень хорошая память. Может не такая, быть, как у вас, но нет, все-таки... Ну, вам было 5 лет, когда в 39-м началось, но Бог с ним, возможно. Набок все опомнил, или Лев Толстой с 3 месяцев. Вот, тем не менее... Вы помните 63-й, помните более или менее, я думаю, хорошо, 50-е, маккартизм американский. Опасения большой войны были. Есть ли у вас сейчас предчувствие, что мир, вот как Талеб недавно сказал, стоит на грани войны с многомиллионными жертвами? Кто сказал это? Талеб, Насим Талеб, помните «Черный лебедь»? Да, конечно, конечно. Давайте скажем так, у меня есть серьезные опасения по этому поводу. Скажем, Украине можно успокоиться или есть шанс, что туда, до Киева дойдут? Я думаю, что не в этом будет дело. А в чем? Дело не в Украине. Как мне кажется, дело в том, что в этом противостоянии, возникшем, ну, так, если поставить число, в 2007 году, Мюнхен вы имеете? Да, после выступления Путина в Мюнхене. В этом противостоянии, в этом категорическом нежелании со стороны, я не скажу Запада, потому что это глупости, но со стороны Соединенных Штатов, чтобы Россия все-таки возникла, и в этом абсолютном убеждении, что Россия не может не возникать, что это ее право, в этом противостоянии, когда стали рисовать, не рисовать, а описывать друг друга, прежде всего в средствах массовой информации, самым негативным образом, вначале как некое пропагандистское упражнение, но потом это переросло в нечто само собой происходящее. Потому что колесо это уже идет. Уже все забыли, что на самом деле это была попытка убедить. А сейчас это убеждение. Они вот, они такие, он такой. Я боюсь, что, я опасаюсь того, что мы
идем по дороге и не можем остановиться уже. Это идет вот такой, не знаю, как даже называть. И если и будет вооруженное столкновение, то оно, конечно, будет ядерным по той причине, что обычные средства, по обычным вооружениям Соединенные Штаты далеко впереди России. В такой войне Россия не может выиграть. У нее нет этих вооружений. А вот тогда она вынуждена применять ядерное оружие. Я не говорю, что это будет, Боже упаси, но опасения такие есть. Если не найдутся люди, которые скажут: стоп, надо разговаривать, стоп. Да, мы не любим Путина, но все-таки он не Гитлер, и все-таки он не демон. А мы со своей стороны скажем: стоп, все-таки Америка не ставит себе целью нас уничтожить, как это все рассказывается. Если этого не будет, то я очень опасаюсь вот этого недалекого будущего. Как вы относитесь к понятию русофобия? К чему? К понятию русофобия. Ну как же, я согласно какому-то списку там, который появился, там вот какой-то Царьград, Царьград или что-то вот такое, я вхожу в список топ-100 русофобов. Но вы попали в топ-10, а я нет. Да. Ну, с чем я вас поздравляю. Спасибо. Вот я... Это, вы знаете что, вот это вот появление сейчас в России вот этих крайне шовинистических, крайне националистических организаций, ищущих вот русофобов, пятую колонну, врагов народа. Это очень характерно для данного времени, и в этом есть некоторая истерия, истерия проигрыша. Сейчас вообще, на мой взгляд, Россия стоит на, ну, звучит это, да, на перепутье, но на самом деле решаются кардинально важные вопросы. Они решаются внутри, в смысле, они решаются в глубине. Это вот то, что происходит вообще в самой сути страны. И она может повернуться туда или сюда. И есть ощущение, что она не повернется вот в эту сторону, в сторону, так сказать, как бы это назвать. Это не квасные патриоты, это гораздо хуже. И вот они сейчас вот появляются сами, на мой взгляд, может быть, не очень понимая, потому что чувствует, что проигрывает. И поэтому к этому русофобству я отношусь абсолютно спокойно и могу только смеяться, что я русофоб? Ну, хорошо. Ну, я спорить по этому поводу, ну, просто смешно. Вопрос из зала, ваше отношение к Михаилу Ходорковскому. Ну, тут ниже сказано и его перспективам, но уже сказано, что гаданиями мы не занимаемся. Вы знаете, я знаком с ним. Я помню, когда он еще был Ходорковским, мы были у него, и его предупреждали, что: Миша, будь осторожен, все-таки опасно. Я очень хорошо помню, как он сказал: послушайте, у меня 15 миллиардов, что они со мной сделают? Я совершенно был потрясен, потому что я думаю, ну он же умный. Ну что значит 15 миллиардов для государства? Ну и очень вскоре после этого произошло то, что произошло. Я к нему отношусь с огромным уважением за то, как он прошел тюремное время, поразительным достоинством и мужеством. Я не согласен со многими его взглядами. Ну и что? Ну, конечно, этот человек из ряда вон выходящий, и, как мне думается, совершенно не безразлично относящийся к России. Как по-вашему, это вопрос от какого-то очень счастливого человека,
Вас наверняка многие были влюблены. Как вы боретесь с преследованиями? Ну, имеется в виду таким, да? Ну, хочется сказать, мне бы ваша проблема, господин учитель, но тем не менее. Как вы боретесь вот с политическими, а с этими преследованиями? Зачем бороться? Ну, знаете, это на самом деле ерунда. Ну, да, там. Я не скрою от вас, что я всегда любил женщин. Вообще я поклонник женщин. Я обожаю красоту, ум, сексуальность, вот эту вот необыкновенную привлекательность. И я счастлив, что и сегодня еще женщины иногда на меня обращают внимание. Для меня это огромная радость. Вот тоже вопрос из зала. Вы призываете бороться, а боретесь ли вы? Конечно. Да? Конечно. Что значит бороться? Я не допускаю каких-то вещей. Я говорю, нет, этого не будет. Нет, и все. И, ну, а если вас уволят, значит, уволят. Это не значит выходить, ну-ка, где тут побороться? Это же касается каждого в конкретный момент. Я, да, я абсолютно в этом смысле, причем спокоен в этом плане. Спокоен. Просто знаю, нет, и все, и не будет этого. У нас любят сажать, а кого посадили бы вы? Я посоветовал разлюбить это дело. Вообще, я бы никого не посадил, не имея на то абсолютно твердых причин. Судебных, доказанных, безусловных. Кто нарушил закон, ну, тот должен и понести наказание. И, кстати, на всякий случай, если возникнет вопрос, абсолютно против того, чтобы была смертная казнь. Представьте, хороший вопрос из зала, что вам на программу пришел Господь. О чем бы вы его спросили? Очень легко. Первый вопрос. Кстати, вот тут вы не оригинальны, это часто меня спрашивают. Я заранее прошу извинить меня, наверняка в зале есть верующие, но ведь это вы спросили, а не я предложил вам, поэтому не обижайтесь на меня. Я бы его спросил, как тебе не стыдно? Ну как может быть, вот Холокост, ведь у святого Марка сказано, ни один волос не пойдет с твоей головы без его ведома. Значит, ты отвечаешь за все, все тебе известно. Как ты мог допустить такое, вот что произошло? Как может быть, что цунами уносит жизнь там, 200 тысяч человек, только что родившихся детей? Как? Это ты? Это ты сделал? Как же тебе не стыдно? Ну, вероятно, мне бы не посчастливилось после этого, но я бы... Программу бы закрыли. Она точно. Он так часто отвечал на этот вопрос, что даже уже я не знаю, что к этому добавить. Но... Представьте себе, что вам на день дали ребенка лет 7-8. Куда бы вы его повели в Москве? Вот тоже вопрос очень счастливого человека. Можно спросить, в какое время года? Осень. Ну, я бы с ним походил, вот на Патриарших прудах побывал с ним. Осиный остров поехал бы с ним. Показал бы ему Москву осенью и какой-то все-таки прекрасный город, несмотря ни на что. Какое в нем бывает настроение. Я бы именно вот так вот, я бы... повел, потому что, ну, если это дождливая, мерзкая погода, не получилось бы, но если та осень, о которой я говорю, то есть бабье лето, я бы его вот так вот поводил по такой Москве. А многие спрашивают о Филе Донахью. Ему 86 лет, насколько я знаю. Нет, извините, как? Он на 1,5 года моложе меня. Он моложе? Да. Но как он себя чувствует и где работает? Мы любим его. Вы знаете, Фил Донахью – один из самых замечательных людей, которых я знаю, человек, который придумал ток-шоу. Мы мало знаем людей, которые придумали жанр. Он был совсем молодым человеком, он кончил университет Нотр-Дам, католический университет, он ирландец, ирландцы все католики. Вот.
ну, он давно уже не верующий, но неважно. Он попал на станцию, телерадиостанцию в городе Дейтоне, что в штате Огайо. И он был полицейским репортером. Он бегал с микрофоном, а ну-ка скажите, а это кто? Там к шерифу и так далее. И был другой, который на телевидении работал, господин, и у которого была программа такая примерно, как вот у Дмитрия. То есть был гость, был ведущий, и была аудитория, которая иногда смеялась, иногда нет, иногда хлопала и так далее. И он заболел. И хозяин станции попросил Фила, говорит, слушай, ты можешь его заменить? Фил сказал, да, конечно. И он мне говорит, я сел с человеком, задал 2-3 вопроса, а дальше я не знаю вообще, о чем говорить. И тогда в отчаянии я взял микрофон и, обратившись к публике, сказал, а может, у вас есть вопросы? И сказали, да. Я пошел в публику с микрофоном, и так родился жанр. Этот жанр. Вот. Он был один много лет, никто больше это не делал, страшно знаменитый. Ну, потом стали другие это делать, все. И все было хорошо, пока мы с ним делали программу «Познер и Донахью». Кстати, я его спросил, почему «Познер и Донахью», а не «Донахью и Познер», все-таки в Америке тебя же лучше знает. На что мне сказал, знаешь, если провалятся, пусть лучше будет «Познер и Донахью». Честный малый, да. Но пришел, мы работали на CNBC, и у нас был самый высокий рейтинг в наше время. 6 лет проработали. Потом пришел новый генеральный директор, такой Роджер Эйлс, который потом возглавил Fox. И когда пришло время возобновить наш контракт, он сказал нам так. Он сказал, вы, Донахью, слишком либеральный, вы, Познер, вообще левый, поэтому мы контракт сами подпишем, но при условии, что там будет пункт, что вы должны нам заранее сказать, о чем вы будете говорить, и, во-вторых, кого вы приглашаете. И мы должны это дать утверждение, а иначе нет. Я ему сказал, что, ну, господин Эллс, это же цензура называется. На что он мне сказал, и тут я, извините, но я буквально перевожу, он сказал, мне до крысиной жопы, как вы это называете. Но это будет так. Я сказал, что я из Москвы приехал в Нью-Йорк не для того, чтобы вы были моим цензором. Донахью сказал, пошел к черту. И наш контракт не возобновили. И программа исчезла. Тихо, мирно, бесшумно. Никаких передовиц, никакого протеста. Все очень спокойно. Какое мерзкое общество все-таки. Вы знаете, ирония ваша понятна. Нет, я совершенно. Но если бы вы были на моем месте, возможно, вы бы чуть по-другому. Иначе. Вот. И потерял работу, и Фил ушел. И некоторое время он был без работы. Потом его пригласили вновь, уже на MSNBC. И он вскоре стал выступать против войны в Ираке. Ну и программу его закрыли. И больше Фил не работал. Что же вы не позвали его сюда? Ведь, может быть, он имел бы здесь... К сожалению, у него с русским языком не очень хорошо. Здесь он поэтому работать не может. Уже у нас с английским все нормально. Мы за удовольствие вот, его он видеть. Очень, конечно, хотел бы работать. У него светлая голова, но шансов, конечно, никаких. Сейчас он пенсионер фактически. Да? Пенсионер сейчас фактически. Ну, практически. Но он богатый пенсионер, он очень много денег заработал за свои годы. То есть он мультимиллионер, он не испытывает никаких трудностей, но жажда работать, желание участвовать, потому что он очень общественный человек, конечно, в нем живет. Вот хороший очень вопрос. Лысею, переживаю это трагически. Вы тоже переживали это трагически? Конечно, переживал. Не трагически, но переживал. У меня была такая густая, абсолютно черная шевелюра. Очень такая пышная. И должен сказать, что у меня было некоторое тщеславие по этому поводу. Потом постепенно, так сказать, это вот. Я как-то так пытался зачесывать туда-сюда. Вот. Смешно, да? Вот. И в конце концов...
когда я в третий раз женился, чего не должно было быть, я вас уверяю, но так случилось, моя жена мне просто сказала, что ну что за глупости вообще, надо иметь честную прическу. И вот побрил голову, и вы знаете, прекрасно себя чувствую, просто прекрасно. Так что, ну вообще, когда это начинает происходить, не знаю как, кто, но неприятно. Недавно прочла, что признаком высокого интеллекта является употребление мата. Есть ли у вас впечатление, что это так, и на каком языке материтесь вы? Во-первых, мат не существует на всех языках. Мат – это определенный вид ругательств. По-французски, например, мата нет. Есть очень крепкие выражения. По-английски есть, хотя, конечно, с богатством русского мата не сравнить. Мне говорили, что я не знаю языка в той степени, но испанский мат очень мощный. И мне в Испании говорили, что это арабская прививка, что у арабов очень такой цветастый и такой, знаете, с воображением. Вот. Если вы читали «По ком звонит колокол», если вы помните, то когда немецкие бомбардировщики летят над республиканцами, те посылают туда некоторые свои, так сказать, выражения. И, ой, это очень даже впечатляет. Я матерюсь редко, но сильно владею этим инструментом, да. Причем и на всех языках, на каких говорю. Но действительно, русский мат прекрасен. Но только не тот, который, вот знаете, одно и то же, одно и то же, одно и то же. А такой. Я когда учил русский язык, мне было лет, наверное, тогда сколько? 16-17. Мы были в Германии, и я ходил в среднюю школу при полевой почте для офицеров и сержантов, которые из-за войны не успели окончить среднюю школу. И там был такой Вадим Бурков, старший лейтенант, который взял надо мной шефство. Кстати, эти люди были потрясающие совершенно. То есть такого такта, такого вообще ты никогда больше не встречал. Вот эти люди, которые прошли войну. Так вот, он взял надо мной шефство и говорит: «Володь, я тебя буду учить русскому языку». Я говорю: «Ну хорошо». И вот он мне говорит: «Ну ладно, давай, скажи, какая разница между рябью и зыбью?» Я говорю: «Ну, понимаешь, зыбь – это ты, хули ты руками показываешь?» А я бы затруднился с ответом. Ну, в общем, рябь – это видимость, а зыбь – это чувство. Да, рябь – это внешнее, а что я руками показываю, да? А зыбь – это физическое воздействие. Ну, знаете, мне положено все руками показывать. Да, помните, как в классическом анекдоте евреи спрашивают: если вы были невиновны, почему вы это не объяснили констеблям? Ну, я же был в наручниках. А так и здесь. Андрей Кончаловский в недавних интервью кардинально поменял точку зрения относительно политики, объясняя это взрослением. Повзрослели ли вы? Андрон Кончаловский, я рад, что он повзрослел, пора бы. Я прошел через очень тяжелое разочарование. Я был очень верующим в систему. Мне очень трудно было расстаться с этим. Мне очень трудно было признаться себе, что я говорил неправду, говорил полуправду, это все равно неправда. Мне очень трудно было расстаться со своими... Я даже написал об этом книгу, которая, собственно, и называется «Прощание с иллюзиями». Но это произошло гораздо раньше, когда мне было намного меньше лет. Я тогда, да, изменил свою политическую позицию и принял абсолютно твердые решения относительно того, как будет в дальнейшем. И
Этим решением я не изменил. Хороший вопрос. Есть ли у вас ощущение, что Андропов пытался что-то изменить, ведь Горбачев его ставленник? Ощущение есть, что Андропов был человеком, несомненно, умным и понимал, что что-то надо менять, и видел в Горбачеве молодого все-таки человека, а не одного из этих, которые, так сказать... Дышали на ладан. Да, и был его ставленник, но думать, что Андропов был, так сказать, либеральным, прогрессивным, демократически мыслящим человеком на том основании, что он любил виски и джаз, я думаю, что это ошибка. Человек, который придумал, что диссидентов можно упрятать в сумасшедший дом, это именно его придумка, то есть не в лагерь. Ну, раз человек против советской власти, явно не совсем здоров. Нет. Какой отдых вы предпочитаете? И, кстати, тоже из зала вопрос о хобби, ну, помимо кулинарии и общеизвестного собирания кружек. Неужели общеизвестны? Ну, все знают. Да, но вы знаете, что это не собирание кружек, опять-таки. Просто так получилось, что вот где я есть, в каком-либо городе, в каком-либо географическом месте, я стал покупать кружку кофейную с названием этого места. Ну, просто как память. Ну, и у меня их около 400. Ну, это никакое не хобби, это, ну, просто приятная штука. Иногда я смотрю, они все там на полках на кухне, и я смотрю и думаю, ой, я, да, как же там было-то. Как-то приятно. Хобби у меня нету. Читать обожаю, слушать музыку очень люблю. Но сказать хобби, вот в смысле собирательства или... Нет. У кого бы вы отказались брать интервью? Знаете, это интересный вопрос. Значит, почему, в принципе, берешь интервью, как мне кажется? Потому что дело не в том, что тебе интересно, хотя желательно. Дело в том, что этот человек представляет интерес для общества. Так или иначе, он влияет. И поэтому тут не вопрос симпатии, антипатии, а просто есть некоторое ощущение, да, с этим надо взять, у него надо взять интервью. Значит, есть ли люди, у которых я бы не взял, конечно, их множество, просто потому что они не представляют интереса. Есть ли люди, у которых я не взял бы интервью, потому что они мне омерзительны? Есть. И это не по-журналистски. То есть, как журналист, если этот человек занимает такое положение, влияет так или иначе, то я, в общем-то, обязан. Вот. Но, наверное, есть такие, которые я все-таки сказал бы, нет, ну, как хотите, я не могу. Я не смогу сдержаться. И тогда уже я не интервьюер. Тогда это дебаты. А это совсем другое. Вот тоже не могу не спросить уже от себя. Были такие люди, которые осуществляли очень важную миссию, связь между государством, между КГБ и творческими работниками. Вот первым приходит на память Виктор Луи, которого вы наверняка знали. А ваше отношение к этому персонажу? Ведь должен же кто-то быть посредником между интеллигенцией и властью. То, что он делал, было важно. Многих из-за него выпускали, кому-то открывали архивы, с кем-то договаривались. То есть он был таким ходатаем по делам интеллигенции перед властью. И такие посредники есть и сейчас. А как вы к этому относитесь? Виктора Луи я знал. Не близко. Ну, был с ним знаком, даже более того, он предлагал мне работать. Дело в том, что он был очень известен на Западе, и все жаждали его статей. И он предлагал мне писать на ту или иную тему, но под его фамилией. Ну, он бы мне платил, естественно, но я не согласился. Человек, безусловно, очень умный, сидевший. Из-за романа и любви к одной англичанке, на которой потом, выйдя из лагеря, он женился и всю жизнь ей был верен.
Вы знаете, вот не суди, да не судим будешь. Сложная жизнь. Можно сказать про себя, нет, я бы так не стал. Но однозначно осуждать другого, не зная подробностей, не зная как, почему, что, я считаю, невозможно. Он никого не сдал, это я могу сказать. Это точно. Это да, он многих спас, это тоже так. И да, он работал на КГБ, это тоже так. И да, через него пускали пробные шары, скажем, в вопросах дипотношений там, между Советским Союзом и, предположим, там, Южной Кореей, и там, ну и так далее. И он выполнял эту работу. Это сложный человек, неоднозначный, и я, по крайней мере, я судить его не стал бы. Отсюда же ваше отношение к жизни и творчеству Ильяна Семенова. Вы знаете, я довольно безразличен к этому господину, который изображал из себя Хемингуэя, носил такую, знаете, этот свитер с толстым воротником этим шерстяным. И занимался считал, боксом. Да, и считал, что он похож на него. Не похож. И писал похуже. Так что, ну, и потом я его не знал и никогда не стремился вот в этот круг. Так что ничего не могу сказать. Ваше отношение к Никите Михалкову? Пошли по знаменитостям. У нас с Никитой Сергеевичем плохие отношения. Как-то он сказал, что если Познер говорит «да», то я всегда говорю «нет». То есть все наоборот. Потом, когда он у меня был в программе, я ему сказал, что вообще, вам не кажется, что это довольно глупый, так сказать, подход к делу. Он сказал, это не я сказал, это журналист напутал, и потом я исправил это в следующем номере газеты и так далее. Если так говорить, я считаю, что он выдающийся режиссер. То есть он сделал такие фильмы, которые просто являются гордостью русского кинематографа, что он абсолютно потрясающий актер. И можно я на этом закончу, ладно? Прочтите наизусть какое-нибудь стихотворение. Не обязательно какое-нибудь, можно ваше любимое, можно нелюбимое, любое, можно по-французски. Ну, не целиком, ладно? Ну, хоть что, конечно. Я памятник воздвиг себе нерукотворный. К нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа. Нет, весь я не умру. Душа в заветной лире мой прах переживет. И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит. И в этом же стихотворение «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал». Спасибо. Да, а вот все-таки, а неужели вы верите, что исчезнется целиком? Ясно же, что весь я не умру. При достаточно глубоком самоанализе совершенно очевидно, что человек не может умереть весь. Как вы, атеист, с этим примиряетесь? Для меня совершенно очевидно, что ты исчезаешь весь, в том смысле, что тебя нет физически, ты ушел, и все, и на этом, как говорится, кранты. А что касается памяти, это другой разговор. Если ты о себе оставил память, это остается у ограниченного количества лиц, возможно, у твоих детей, у твоих близких, кто тебя помнит, а потом они забудут, и все, и нет тебя, нет. Другое дело, если ты оставил такую память, как Александр Сергеевич, или Шекспир, или Леонардо да Винчи, конечно, нет. Но это же совсем другое.
И в этом смысле он говорил это Пушкин, нет, весь я не умру. Конечно, нет, он вечно жив, Пушкин, но это же совершенно исключительный случай, и потом в другом смысле. А вот эти идеи, что там у нас есть душа, и я уже чувствую, это, да, и вот мы появляемся там, и нас там встречает. Знаете, Эйнштейн, один из моих любимых персонажей, попав в рай, у райских врат, так сказать, встретился со святым Петром, который сказал ему: «Ну, Альберт, добро пожаловать, у тебя есть какие-нибудь пожелания?» На что Эйнштейн сказал: «Да, я бы хотел встретиться с главным». «Ну, не проблема, мы тебе это устроим». И действительно, встреча состоялась, и главный его спросил: «У тебя ко мне вопросы?» «Да, у меня есть один, даже не вопрос, а просьба». «Пожалуйста, я тебя прошу, напиши мне формулу, по которой ты все это сделал. Ну, напиши, пожалуйста». Он взял кусок мела и стал писать на доске. Там техника такая, старая. Вот, писал, писал. Эйнштейн смотрел, смотрел. Он говорит: «Стоп, там же ошибка». А тот сказал: «Да, я знаю». А мне тоже очень нравится анекдот. Известный режиссер один попал в рай, а ему говорят: «Вам не сюда». Он говорит: «Как? Я же столько жертв». «Мы вам вернем». Очень нравится. Вот, нет, конечно, душа есть, но это не принципиально. Вот кто из ваших гостей удивил вас сильнее всего? Ну, вот если слово «удивил» не имеет коннотации, а просто удивил, то, конечно, нынешний министр сельского хозяйства сильно удивил меня, когда я ему сказал, что мой приятель Марсель Пруст хотел бы задать ему несколько вопросов, а он спросил: «А кто это?» Это было, конечно, сильно. Послушайте, он занимается потом сельским хозяйством. Да нет, но он тогда вообще не... Он был губернатором Краснодарского края. А потом меня сильно удивил господин Илюмшинов, когда он мне долго и подробно рассказывал, как он с инопланетянами летал. Это, ну, слушайте, это абсолютно, как на балконе они его ждали, как... И, на всю, я просто, я, знаете как, я не мог поверить своим глазам, но на полном серьезе он это мне все... Так что нет, конечно, были совершенно удивительные вещи, а еще будут, наверное. И под занавес, поскольку все-таки время наше ограничено, хотя могли бы мы превысить этот формат и втрое, и все еще было бы интересно. Ну вот вопрос очень интересный, моя студентка его прислала. Как по-вашему, зачем вы в России? Это вопрос в том смысле, что чувствуете ли вы миссию? А вот не то, что просто почему вы здесь живете. Ну, у вас есть возможность жить где угодно, а вы живете здесь. Зачем? Очень правильный вопрос. Ну, послушайте. Я случайно попал в журналистику. Я не собирался быть журналистом, я собирался открывать тайны человеческого мозга. Я увлекался Иваном Петровичем Павловым, поэтому поступал на биофак. К третьему курсу я понял, что я не ученый, но все-таки закончил. 5 лет проучился, но ни одного дня не работал биологом. И это очень... может быть, один из важнейших поступков в моей жизни, а то попал бы не в свою профессию и был бы несчастным, как очень многие, которые занимаются не своим делом. Потом я думал, что я буду переводчиком английской поэзии на русский язык, и довольно много делал, и попал к Самуилу Яковлевичу Маршаку,
так называемым литературным секретарем. Ну, на самом деле, просто писарь, отвечал на письма. Но очень многому научился у него, очень многому. Совершенно заново как-то постиг русскую литературу и не только. Но все еще не, потом, через 2,5 года, понял, что все-таки нет. Всю жизнь этим заниматься я не стану. И случайно попал в агентство печати новости, тогда это называлось, АПН. Ну, строго говоря, в Советском Союзе не было журналистики. Это все была пропаганда. И недаром журналистов как называли? Солдат идеологического фронта. Так прямо называли так. А ведь солдат, он что? Он получает приказ, и он его выполняет. И он, если выполняет хорошо, то получает награду, там, отгул, медаль, я не знаю, там, повышение в чине. И может дослужиться до генерала, но все равно он солдат и получает приказ. Но тем не менее, я, попав в АПН, во-первых, попал во внешнеполитическую пропаганду. И она была намного тоньше, намного умнее того, что потребляли внутри страны. Потому что понимали, что все-таки выходит на другую публику. И можно было что-то делать, писать. Я много ездил по стране. Я как-то стал узнавать страну. Не Москву и Ленинград, как это тогда было, а страну, людей. Я страшно увлекся. И постепенно у меня возникло вот это вот ощущение, что это очень важная работа, что у журналиста есть долг. И постепенно я понимал, что я его не выполняю, именно занимаясь пропагандой. И в конце концов, когда я ушел из всего, и в том числе из партии, и уже нигде не работал, и принял те решения, которые я принял, и уехал в Америку, то я думал, что я и там и буду это делать. И 7 лет я это делал. Но когда нашу программу закрыли, а я приезжал потом, ну, последние 4 года, и быстро записывал 4 программы, может быть, вы даже помните, одна называлась «Человек в маске», потом была программа «Мы», ну, неважно. А когда закрыли нашу программу, меня нашел агент, очень крупный американский агент, агент многих выдающихся и очень много зарабатывающих американских телевизионных журналистов. И он мне сказал: я тебя беру, ты будешь доволен. Ну и примерно через месяц он пришел ко мне и сказал: тебя никто не берет. Ты понимаешь, говорит, я ходил на ABC, на NBC, на CBS, то это крупные, самые крупные телевизионные сети. И поначалу говорили: ой, да, Познер, конечно. Но когда потом это поднималось туда, где идет окончательное решение, говорили: нет, этого пропагандиста мы не возьмем. Тебя не простили, понимаешь? Тебя не простили. И я не был в обиде. Я понимал прекрасно, что на мне вот этот грех, что я изменял профессии. Я вернулся в Россию. Но вот с этими убеждениями, что у меня есть долг. Во-первых, я должен... Я понимаю, что это звучит, может быть, выспрен, но черт с ним. Что я должен каким-то образом искупить это. И что это нужно делать, и что людям надо говорить. Только не брать чью-то сторону, просто помогать людям думать. Пусть сами думают, пусть сами выбирают, но дайте им максимум информации. Не той информации, которая вам нравится, а всей информации, которую вы можете достать, точной информации, проверенной информации. И я должен сказать, что
я получаю за это колоссальные совершенно дар, подарок. Потому что я знаю, как много людей, как для многих людей то, что я делаю, важно. В этом есть какое-то ощущение миссии? Да, есть. Я прекрасно понимаю, что больше нигде я этого делать не смогу. Поэтому в ответ на этот вопрос, вот почему я в России. Если я не смогу этого делать, скорее всего, я уеду. Потому что это не мой дом. В том смысле, что такое дом? Понимаете, дом – это не… Это тысячи мелких вещей. Это то, как люди ходят, как они жестикулируют, как они улыбаются или не улыбаются, как они едят, как они одеваются, как они общаются. Это что-то такое, что возникает помимо тебя. Ты ух, это мое. Так вот, нет. Очень много люблю. У меня есть чудесные друзья, которых я обожаю. Мы часто видимся, выпиваем, разговариваем. Кстати, я очень это люблю. Ну, правда, вино, видите, все-таки французское начало. Вот. Но если нет работы, если я не могу делать вот это, то я все-таки домой поеду. Скажем, в Париж. Так что вот ответ на ваш вопрос. Из зала вопль еще, и не один, а три. Ни один мужчина не может к этому остаться равнодушным, но еще только три вопроса. Знаете, лучше не доесть, чем переесть. Да, три. Вы говорите на трех языках, а на каком думаете? На том, на каком говорю в данный момент. То есть либо французский, либо английский, либо русский. Взяли ли бы вы интервью у патриарха? С большим удовольствием, он мне уже отказал. А почему, интересно? А вот это его спросите, я не знаю. Есть такой очень приятный человек, Владимир Романович Легойда, ну, у которого непосредственные, так сказать, отношения с патриархом. Собственно, я ему сказал, что хорошо бы все-таки патриарх пришел в программу и действительно отвечал бы на какие-то вопросы, которые многих волнуют. Он сказал, вы знаете, да, хорошая идея, я с ним поговорю. Потом он мне позвонил, сказал, что нет. Ну, нет и нет. Я никогда не теряю надежду, но понимаете, то, что я, во-первых, атеист, и то, что все-таки не государственник, очевидно, и точный противник Русской Православной Церкви, я никогда этого не скрывал, все это вместе взял. Хотя интервью, уверяю вас, я буду брать абсолютно без вот этого моего отношения. Меня интересует, что такое РПЦ сегодня? И кто он такой? И откуда он взялся? И правда ли то, что о нем говорят? И так далее. Ну, может быть, ему не хочется. Он же ведь не глупый человек. Да, мне кажется, он тоже атеист, но это не принципиально. Ну так, по внешним признакам судя. Последний вопрос, по-моему, гениальный, пришедший на телефон. Когда-то гвардии перестройки, имеется в виду журналистская, стали сотрудники навещания. Кто будет в журналистской гвардии будущей перестройки? Неужели Russia Today? Что там гениального? Послушайте, значит, что такое было иновещание? Это было, ну, «Голос Америки», да? Ну, наоборот. Вы там понимали, что если вы разговариваете с той публикой, надо уметь разговаривать. Во-первых, на языке. Во-вторых, с некоторым знанием. А что значит знание? Как там организовано, для чего, а как это узнать? Надо читать журналы и газеты, которые в спецхраде. Не всем доступно, а вам доступно. Значит, это уже были люди с определенным, ну как вам сказать, с некоторыми представлениями. Они были на самом деле элитой в этом смысле. И, конечно, когда настала перестройка, это были те люди, которые могли
в этом участвовать со своими знаниями и пониманием. Далеко не все стали очень заметными, но некоторые стали. Например, Влад Листьев, например, Любимов. Например, вами, очевидно, любимый Киселев. Кстати, оба Киселева. Оба, и Алексей, и Евгений, и нынешний, как его там фамилия, как его зовут, на который, вот. Очень много, действительно, люди талантливые, люди знающие и так далее. Russia Today – это совсем другая организация. Во-первых, почти все люди, которые там на экране, они вообще не русские. Они носители языка. Это американцы, канадцы. Это совсем, они, как сказать, чужеродные совершенно. Они пришли, но им дают хорошие деньги. И они это делают. Никаких шансов стать знаменитыми журналистами в России у них нет. Да и вообще, они и не хотят этого. Это не их дело. Поэтому, какие бы у вас ни были опасения, это я говорю автору этой записки, я понимаю, что тут была некоторая ирония заложена. Нет, абсолютно нет. Вообще, Russia Today на самом деле это слабое, на самом деле, телевизионная, пропагандистская организация. Все разговоры о том, что якобы все смотрят и слушают. Вот Аль-Джазира, вот это да. Эти очень умелые, и это мощные. Russia Today, ну, в общем, если вас это беспокоит, то просто хочу вам сказать, знаете, как человек говорил, что меня очень беспокоит Бангладеш, ему ответили, не надо расчесывать. Вот. Последний вопрос, просто от очень хорошего человека, и не могу не задать вопрос хороший. В чем Россия опережает Запад? Опережает? Запад. Мне кажется, в опыте противостояния все-таки. Потому что насчет Трампа я не уверен, сможет ли общество достаточно эффективно противостоять ему. Понимаете, в России было бы. Когда вы говорите «Россия», то все-таки вы «Россия и Запад». Запад – это множество стран. Множество. Вся Латинская Америка – это Запад. Соединенные Штаты – Запад. Канада – Запад. Вся Европа – Запад. Даже та, которая теперь называется Восточная Европа, все равно это Запад. По культуре, по религии, по истории – это Запад. То есть мы берем, чем Россия, одна страна, отличается от, не знаю, там, 40 стран. Ну, это смешной вопрос. Как можно так ставить вопрос? Я только могу говорить о личном опыте. Франция, Америка, ну, в какой-то степени Германия. В чем Россия впереди Америки? Вы знаете, вот я только могу сказать опять о личном. Впереди, не впереди, в отношениях между людьми, в моем круге. Я не могу сказать широко. В понимании того, что такое дружба. В Америке я вот с вами познакомился сегодня. Завтра я говорю, meet my friend. По-русски не скажешь, познакомься с моим другом через день. Это целая история, кто такой друг. Вот в этих человеческих отношениях я-то считаю, что Россия отличается, причем в плюсах, а не в минусах. Что это вот эта улыбка американская, знаете, как дела? Да, отлично. Вчера мама умерла, дом сгорел. Отлично. А что это такое? А это конкурентность. Нельзя быть лузером. Нельзя. Поэтому все время надо показывать, что у тебя все в порядке. В России наоборот. Как дела? Да. Выиграл вчера 100 миллионов. Потому что если скажешь, что хорошо, убьют, человек подумает, нафиг. Так, интересно, ему хорошо, а мне не очень. А ну-ка, чего-нибудь тут. Есть, конечно, отличия. Но насчет впереди, даже не знаю, насколько подходит это слово. Но вот мне симпатичны вот эти вот человеческие отношения. Это не безразличие.
это готовность, ну, к какому-то состраданию в большей степени, чем в Америке. Ну, по моим ощущениям, слушайте, не более того. А я вот убежден, что Трампу не угрожал бы здесь импичмент, но анекдотов про него и очень хороших было бы гораздо больше. Это правда. Спасибо. Спасибо.